Да я не обижусь, если поедешь в Вегас без меня. Ну, Фил и Стью, твои друзья, это твой мальчишник. Мы же все равно тебя любим. Я прекрасно знаю, какой разврат творится на этих мальчишниках. Точняк, полный. А чё, что твои друзья не настолько взрослые, как ты? Они очень взрослые, просто ты их мало знаешь. Доктор Лох на выход! Лас-Вегас! Выпьем за ночь, которую никогда не забудем. А что мы натворили-то? У меня что, зуб выбит? Чей спиногрыз? Глянь, может, на ошейнике телефон выбит? Я везде спрашивал, Дага никто не видел. Со мной такого никогда не бывало. А чего у тебя на руке? Да ты в больницу загремел. Сейчас самое главное — найти Дага. Машина подана, офицеры. Боже, кажется, здесь были только вы. А еще один. С ним все в порядке. Но только крыша снесла. Знатно накрыло. От режиссера старой закалки. Что вы можете рассказать о прошлом вечере? Поздравляю, Стью, ты женился. На ней кольцо Холокоста. А я не знал, что в Холокост кольца выдавали. Эти господа вызвались добровольно продемонстрировать на себе действие тайзера при задержании преступника. Чё? Сволочь! Почувствуй боль! Почувствуй ее! Эта ночь могла стать лучшей в их жизни. А тебе точно можно доверить ребенка? О, черт! Если бы они ее запомнили! У нас свадьба через 5 часов! Слушай, с этим облом... Что, мать ваша, происходит? Мальчишник в Вегасе. Майк Тайсон? Мой любимый кусок. Он все еще крутой. Смотрите в июле.